Что случилось? Куксик заболел, что ли? Что с вами случилось? Что с вами случилось? Вы заболели? Какую-то заразу, что ли, подхватили? Вон Куксик трясется, ему, видимо, холодно. Жар, наверное, температура. Бедный Куксик. Куксичек. Вроде ничего не кушал с земли. Откуда мог заразу подхватить? Всем привет! У нас сегодня плохая новость, к сожалению. У нас, кажется, Куксик заболел. Мы его нашли под скамейкой, что он там лежал и трёсся. Наверное, температура у него или еще что. Он там лежал с Гафи и трёсся. То ли у него жар, то ли что. Вот мы его посадили в домик, чтобы ему тепло было. Вот теперь он в домике лежит. Но так как вы знаете, что сейчас карантин, никто не работает, кроме аптек, никакие ветклиники, ничто не работает, вообще из дома нельзя выходить, по идее. Будем лечить своими силами. Ой, у него что-то мокро здесь. Писается без конца. Писается. Постоянно писается, видимо, и трясется, как будто у него жар. Он простудился, что ли, или какую-то заразу подхватил. Где ты мог подхватить, Куксик? Ну, в школе отходили. Ну, тепло же было, жарко, солнце светило. И вот он такой вяленький. Че, пойдем лечиться. Ты видишь? Пойдем лечиться, Куксик. У него со рта капает слюни. Значит, его тошнит. Тошнит? А что случилось? Он же ничего... Он вообще ничего не ест, кроме еды своей. Только свою еду, абсолютно ничего лишнего. Он не мог что-то съесть плохое. Вот почему лапка мокрая. Слюни капают на лапку. Надо позвонить. Что-то он совсем плохой, смотри. Угу. Все хорошо, сделаем. Так, ищем. Ну, клеща не было, когда мы пришли после прогулки. Никаких клещей не было. Сейчас еще раз смотрим. Еще у Куксика с кранчика капает гной. Какая-то инфекция, видимо. Вчера еще он бегал, кушал все. Активный был, живой.
лаял, бегал. Сегодня утром уже ничего не кушает, и у него с кранчика... Ну, там небольшое количество что-то выделилось. Ну, чуть-чуть, да. На всякий случай вот обрабатываем марганцовкой. Сейчас укольчик сделаем. Сейчас мы шприц поедем купим. Маленький. Да, надо маленький шприц. Пойдем в аптеку, надеюсь, нас выпустят. Потому что сейчас никого не выпускают. Ветеринару звонили? Да, мы позвонили к ветеринару, все закрыто. Доехать, но он нас проконсультировал. Сказал, что сделать надо антибиотик. Какой антибиотик? Дозировку, все нас проконсультировал. Будем надеяться, что это поможет. Угу. Было подозрение, что это клещ, но мы его внимательно осмотрели. Никаких признаков, да, клеща нету. Исключается. Это 100%. Да мы сразу посмотрели после прогулки, не было клеща. Я смотрел, мы бы увидели. Так что жди. Сейчас мы принесем тебе шприц и сделаем укольчик. Отдыхай пока. Вот, операция по спасению Куксика 2.0 началась. Вот так мы сейчас ходим на улицу. Руки покажем. Во, вот такие у нас в перчатках. И еще вот так вот. Вот так мы полностью укомплектовались. И идем покупать для Куксика лекарства, шприц. Будем делать укольчик. Ничего не работает, кроме продуктовых магазинов и аптек. Но людей почти нету. Пара человек ходит на улице, все в масках. Рыжик, пойдем укол делать. Пойдем укольчик делать тебе. Тебе сделаем, да? Рыжик согласен. Ему? Да. И он согласен? Он согласен. Вот он на еду согласен. Рыжик, а ты что, на укол согласен? Рыжик, ты на укол согласен? Посмотри, что это. Ты на это согласен? Если после этого дадут колбаску, то он согласен. Или мяско. Пупсик, ты ожил? Может, ты просто замерз? Пойдем укольчик сделаем. Уксик, пойдем укольчик сделаем. На всякий случай, пойдем. Пошли. Будем делать в лапку, да? Да, лапку. Поэтому надо подержать. Уксичек. Он боится. Потерпи, Куксик. Надо сделать, надо. А то ты же не хочешь болеть. Мы не хотим, чтобы ты умер. Все, не плачь, Куксичек, не плачь. Все, до свадьбы заживет. Сейчас сразу лучше станет. Это лекарство. Оно любую заразу. Все лечит. Все лечит. Ой, у него сердце бьется. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Испугался? Все нормально. Через 12 часов еще один укольчик сделаем. А на следующий день уже можно один укол в день. О, Гафи. Вот она, Куксика, поддерживает. Давай, иди. Пойдешь в домик? Не хочешь? Куксик обиделся. Куксик, ты что туда залез? Зачем так спрятался? Там же неудобно на полу лежать. Куксик, выходи. Не будем больше укольчик делать, не будем. Выходи. Кукси. Кукси. Выходи, там же пол холодный. Не будем тебе больше укольчик делать. Пока не будем. Через 12 часов тут. Пойдем в домик. Не надо на холодном полу сидеть. Вот, Кукси. Давай, заходи туда. Заходи, там хорошо. Бедный, испугался, от страху спрятался.
Не волнуйся, выздоровеешь, все будет нормально. А ты около батарейки хочешь погреться? Ну погрейся, погрейся. Вот, Маша делает курсику, лежу. Только сама не пробуй ее. Что, вкусно пахнет? Да. Вот, сейчас посмотрим, будет он есть или нет. Он вроде бы себя немножко получше чувствует. Ой, Куксик хочет кушать. Ой, Куксик, ура, смотри. Куксик кушать хочет. Пойдем, Куксик. Давай я тебе это сделаю. Пойдем. Ну все, скажи, давай. Смелее, смелее. Давай. Пойдем. Куксик выздоровел. Ура, он кушает. Но еще один укольчик все равно нужно сделать. Да. Куки, выходи. Иди сюда. Пойдем. Идем, мой маленький. Как ты себя чувствуешь вот сегодня? Лучше, да? Ой, молодец. Иди сюда. Вчера мы сделали ему еще один укольчик на ночь. И он вчера уже покушал, чувствовал себя вечером хорошо, уже игрался. Сегодня с утра, вот мы встали, тоже покушал. Он сам пришел за едой даже, представляете? Попросил кушать, да. Вот молодец какой. И поиграл, даже побегал. То есть самочувствие гораздо лучше. Ура! Куки выздоравливает. Куки снова спасли. Вот и Рыжик пришел поддерживать нашего Куки. Рыжик, ты рад, что Куки выздоровел? Видишь, даже он вот-вот его поддерживает. О, вот так вот. Вот так. Очень сочувствует. Это он показывает, как надо делать физзарядку, чтобы не болеть каждое утро. Когда встаешь, растяжечку надо сделать. Вот кошки гораздо чистоплотнее, чем собаки. Кушать хочешь? Кушать. Ой, Куксик. Что такое пустые чашки? Где еда? Ну что ты хочешь? Где еда? Ой, Куксик хочет кушать. Хвостиком едят, кушать хочет. Пойдем кушать там. Пойдем. Конечно, покормлю, конечно. Бедная голодная собачка. Уже как полчаса, как не ешь. Иди, моя маленькая, иди сюда. Куксик, пойдем кушать. Куки, куки, куки. Куки. Он боится, что ему укольчик сделают. Не, не будем больше. Позовут кушать, а вколят укольчик. Нет, ему не будем тебя обманывать. Ты уже выздоровел. Все, пойдем. Все, ты выздоровел. Молодец, молодец. Нет, не верит еще. Вот Куксик здесь лужицу сделал. Это, конечно, нехорошо, но Куксик делает эти лужицы только когда здоровый. Пойдем кушать, пойдем. Не будем тебя ругать. Надо ругать. Надо? Конечно. Нет, сегодня нельзя ругать. Вот так мы еду готовим Куксику, смотрите. Перетираем специально через сито, вот. Видите, вот.
потому что он комочки не ест. Потом туда тепленькой воды добавляем, получается жидкое. Он твердое так до сих пор и не ест. Иди, моя крошечка. Если кушаешь, значит все в порядке. Значит, больше укольчики делать не будем. А ты тоже хочешь кушать? Рыжик тоже хочет кушать. Бедный рыжичек. Тоже проголодался. Ты все время голодный. Посуду моет за Куксика. Да. Куксик не умеет хорошо посуду мыть, а вот Рыжик умеет. Рыжик сейчас все подчистит за Куксика. Рыжик. Все, Куксик поел. Вкусный. Молодец. Ой, молодец какой. М-м-м, как вкусно было. Оставь рыжего там, чуть-чуть. О! Сидел терпеливо, ждал, пока тот доест. Ну. Сейчас рыжик и тебе тоже дать, пусть не после рыжика там ни капельки, да, пусть все чисто. Рыжик у нас очень чистоплотный, поэтому он за всеми моет чашечки. Смотрите, печенька тоже проголодался, он тоже хочет кушать. В карантине все отъедятся как следует. Печенечко покушал, теперь можно и поспать. Куксик наш покушал, теперь можно на солнышке погреться. А Рыжик покушал, теперь можно за всем понаблюдать. Что такое? Рыжик, кто тебя кусает? Нервы. Наш Куксик выжил в который раз, выздоровел. Так мы и не поняли, что это было. Может быть, он что-то съел, подобрал с пола. Может, не знаю, но как будто его тошнило, слюни бежали, вот он вялый был. Но после укола, после того, как мы ему сделали антибиотик, ему сразу легче стало. И вечером он уже кушал и более-менее бодренький стал. На следующий день вообще никаких признаков. Два дня прошло. Мы просто сразу не хотели снимать радостное видео для вас, что он выздоровел. Хотели точно на 100% убедиться, что он здоровый. Вот. У нас два дня, получается, прошло, а вы все это смотрите в одном видео. Вот наш Куксичек. Напугал он нас. Мы испугались, потому что невозможно пойти к ветеринару, так как у нас карантин. Все ветеринарные клиники закрыты. Мы позвонили даже тому, кто у нас рядом живет. Но даже он сказал, что он не может приехать, и к нему тоже не разрешил приехать. Даже просто в аптеку едешь шприц купить, чтобы ему укол сделать. Даже туда очередь. По одному человеку запускают, из-за этого там часами стоишь в очереди на улице ждешь. Поэтому болеть сейчас вообще никак. Очень опасно нельзя. Болеть. Да, нельзя. Поэтому, Куксик, пожалуйста, больше не болей. Договорились? Все, мы с ним договорились, он больше болеть не будет. Особенно рада Гафи, что Куксик выздоровел, ее сыночек. Спасибо тем, кто переживал за Куксика. Кто нас поддерживал. Особое спасибо тем, кто нас
поддерживать на Патреоне. И всем пока! Всем пока!